Представители самой мирной и созидательной профессии строителей чествовали сегодня в областной филармонии. В этом году специалистам в предпраздничный день вручали награды регионального и федерального значения. Сегодня, когда въезжаешь в город Иваново, в другие крупные города нашего региона, мы видим, башенные краны выглядывают то с одного района города, то с другого. Это свидетельство того, что стройка идет. А стройка – это жизнь. Строительная отрасль – это локомотив экономики. Первым получил звание «Почетный строитель России» Станислав Гришин, всю жизнь отдавший строительству. Человек опытный и искренне не понимающий, почему федеральные власти заметили именно его трудовой вклад. Я 12 лет занимался домостроительным комбинатом с самого нуля и до этого. Ну, начинал в 1972 году, закончил его проектировать и авторский надзор в 1984 году. Ну и другие объекты. Губернатор региона рассказал присутствующим о достижениях в многоэтажном домостроении, об объектах, которые создадут славу региона. Таким проектом считается завод по строительству сэндвич-панелей «Тепланд», обратный отсчет строительству которого недавно дал космонавт Леонов. Темпы возведения новых зданий существенно выросли. В прошлом году в эксплуатацию ввели 221 тысячу квадратных метров жилья. За это, отметили первые лица региона, спасибо нужно сказать строителям. Грамотами губернатора были награждены 16 человек. Трое стали обладателями гордого звания «Почетный строитель региона». Мы строим, чтобы люди лучше жили. Красивше наш город ведь стал. Сейчас сколько строек, новостроек, красиво очень строят. У нас все очень хорошо трудятся, с кем вот я работаю в коллективе. Коллектив хороший, как тоже друг другу помогаем. У нас очень много новых приходит, молодежи в последнее время много идет. Так, по мнению молодых архитекторов, должен выглядеть кинотеатр «Современник» после реставрации. Необычная форма здания, похожего на космический корабль, сразу привлечет внимание. Еще в городе должен быть сад любви и парковый лабиринт. Пока это только проекты студентов политехнического университета, но опытные строители уверены, все задумки можно будет осуществить. Было бы желание. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.